обучаем добровольцев правильному обращению с оружием, огневой подготовке и всем маневрам, которые могут понадобиться на поле боевых действий. Ребята выполняют наши задачи достаточно неплохо. У всех добровольцев на данный момент есть боевой опыт, а также ребята служили в армии, то есть они подготовлены. С города Герой Смоленска. Как-то в ролике увидел, что в сетях. Ну и где чеченские бойцы выполняют свой воинский долг на спецоперации в Украине. Тоже решил присоединиться к ним. Для этого я приехал в Грозный. Вот мы здесь тренируемся. У нас здесь очень много русских со всех частей России приехали. Очень много чеченцев, ингушей, дагестанцев. Здесь очень много разных национальностей. И я понял, что вот эта спецоперация, она схватила всю Россию. Мы все, как один сплошной кулак, просто будем убивать фашистов из Украины и освобождать всех. Мужик-житель Рамзан Ахматович, тот, во-первых, он помогает с бомбированием, он помогает со всем. Он приезжает на тренировки, он выезжал на операции бойцам, руководил спецоперацией Мариуполя. И это вызывает огромное уважение к нему, просто как человеку. В моем городе его очень уважают, моя мать его вообще любит. Вот сейчас увидел, даже Рамзан Кадыров помогает украинскому народу, помогает здесь и руководить тренировками, и это вызывает очень большое уважение. Мы полностью укомплектованы, все в оружии и готовы уничтожать это нечто.